в этом году еще появилось что, нечто новое. Появилась формулировка «инженер нового мира». Юницкий – инженер нового мира. Вот что это такое? Вот вкратце, если вы поясните, будем вам верно. Еще в бренде моя босая нога. Я люблю ходить босиком. Ну, во-первых, это полезно, об этом можно много говорить, почему это полезно. Но это и говорит еще о другом. Я не боюсь мира, в котором я живу. Мне говорят, как, там же стекло может попасть. Ну, я говорю, ну что, ну порежусь, и что, ну заживет ранка. Ой, там же какая-нибудь зараза укусит, там оса, пчела, и что, ну даже пульса, пчелиным ядом даже лечит. Что? Чего бояться-то? Зато я приду по России, где столько фитонцидов, там столько полезных минералов, которые перешли, там витаминов и так далее, веществ от цветов, от трав, и это все придет на мою кожу. А мы же и микроорганизмы, которые живут там, в травке, в почве, вообще-то мы живем в скафандре живом. У нас, если мыть все время хлорочкой руки и все тело, то долго не проживешь. Потому что смоешь эту защиту, которая есть на коже, там порядка триллиона бактерий разных живет. Это наша живая защита, это первый эшелон иммунной системы нашей. И вакцины, которые там принимают, не поможет вот этой защите. Да? Так я ее усилю, когда я возьму из земли, тоже что же живет на коже, потому что каким-то образом я убил. Может, там в бане смылся, там, или в душе, там, или там мылом, да. Так я снова это могу восстановить, да. Так что бояться? Поэтому босая нога, и там босиком по вселенной. Если бы мог пойти, я пошел бы по другим планетам босиком, да. Ну, конечно, там, к сожалению, другие условия, но поэтому это нельзя сделать. Ну, по земле там можно ходить босиком, да. А жирного мира, потому что тот мир, в котором мы сейчас живем, идет в тупик. Его максимум по технологическим причинам, потому что тупиковые технологии и просто убьют биосферу, там энергетика, металлургия, транспорт и так далее. Если таким он будет, как сейчас есть, это два поколения. Но коронавирус, вот эта пандемия, вскрыла еще один фактор, оголила, который был не виден, но он был. Есть так называемая глубинная власть, глубинная там, можно сказать, правительство, да, есть глобалисты, либералы и так далее, которые избрали другой путь. Ну, там, я вот в своих тоже выступлениях говорю, это 5D, там, диджитализация, там, декарбонизация, деиндустриализация, депопуляция, десоциализация. И если они вот реализуют свои планы, то нам максимум осталось как цивилизация, ну, может быть, до 30-го года. Недолго. Не надо ждать двух поколений. 8 лет. Да, больше надо. Да. Мы все будем оцифрованы, мы будем жить в виртуальном мире, больше лежать где-то на диване, в помятых рваных джинсах, потому что на новые джинсы тебе не надо, потому что ты же на улицу не выходишь. И стирать не надо, потому что тебе стирать только можно раз в месяц на стиральной машинке, потому что ты же много воды потратишь и энергии, да? И будешь в очках жить в том виртуальном мире по-замечательном и мечтать там о чем угодно. И потом потихоньку помрешь, не оставив потомства. Вот куда все это идет. И тот прекрасный мир, который они описывают, это всего лишь фантазия. Мир будет совсем другим, вот таким, как я. Ну, это вкратце говоря, грубо, конечно. Но они это все очень детализированно показывают в фильмах. Но они показывают вот, это как голливудские эти красоту и так далее. Нет, точно, они апокалипсис, суть не выжженная земля, там роботы нет, вместо нет, людей. Они же, когда это фильмы, когда ведут, зовут туда, они же говорят о другом. Но тем не менее, подспудно готовят нас вот к этому. Зачем тебе свой дом? Ты будешь его арендовать. Угу. Зачем тебе машина, если тебе надо ездить, ты же будешь работать дома. Потом тебе нет машины. Да зачем тебе такие хоромы? Ты же можешь вон одев очки жить на вилле, где-то на лужном берегу. А потом в один момент зачем оказывается, тебе, что у тебя ничего нету, и тебе просто говорят, иди к черту отсюда, и все. Да конечно, ты же вообще никто. Да ты сам как бомж. Кому он нужен, да? И когда он помирает, то это замечает. Может, такие вот соседи по
бомжатнику, который еще обрадовался, что он помер, и место освободил. И все равно кому-то все это будет принадлежать, и понятно кому-то. Так это понятно кому, и понятно, для чего это делается. Для чего получить просто власть над всем человечеством, превратив его в стадо, да? В стадо баранов. И вот понимание того, что мы идем еще и туда, и индустрия, если будет так развиваться, тоже все это туда же ведет, только с другого боку, да? И получается, что вот этот вектор более страшный сейчас, то, что происходит, и он более краткосрочный, поэтому я сейчас активно стал заниматься тем, чтобы противодействовать этому и объяснять, что не надо туда идти, не надо ни в коем случае. Говоря о том, что мы можем по-другому развиваться, изменив, не закрыв индустрию, а изменив ее. Не закрыв энергетику, а изменив ее, где отходом работы электростанции, лифтовой биоэлектростанции, солнечной, кстати, там солнечная энергия, да, на бурых углях, отходом ее будет гумус, отходом работы электростанции, на котором мы посадим сады, и конечным отходом работы электростанции будут яблоки, виноград. Потрясающе. Да, с которым можем делать шампанского и потом выпить за светлое будущее, которое мы можем построить, а не за то будущее темное. Это темные века, еще более страшные, чем те века, которые были, вот куда нас ведут, да? Под эти красивые лозунги и так далее, да? Изменить сельское хозяйство, оно должно быть органическим, у нас это есть, и на фермерском хозяйстве это показывают. И изменив проживание, без проблем можно каждую семью обеспечить домом. И садом, присадебным участком 10-20 соток. И в доме, и на крыше, в оранжереях, и в теплицах, и это все здесь у меня продемонстрировано, на фермерском хозяйстве, будет расти и пища здоровая, которая прокормит семью, живущую в доме. Поэтому какая проблема с продовольствием? Она решаемая. Проблема с проживанием решаема. Проблема с транспортом решаема. Вот струнный транспорт, он не отнимает земли, он безопасный и так далее, он менее энергоемкий, он более эффективный. Проблема с транспортом решается. С проблемой не хватит там земли, нехватки земли, она тоже решается. Какая нехватка земли, если мы из-под фундамента дома землю переносим, если даже песок пустыни, на крышу, обогащаем гумусом, который здесь же производится, в линейном городе, да, в кластере линейного города, и садим сад. Значит, мы земли добавили плодородно, а не убавили. То есть это проживание линейных города увеличит продуктивность земель, увеличит качество земель, увеличит площадь этих земель, они уменьшат. Сами дома займут где-то 1/200 часть суши всего лишь, но они прокормят всех, кто там живет. Это 10 миллиардов человек, без проблем. Так давайте мы туда пойдем, а не туда, куда нас зовут, как баранов. Где лучше жить бы, там или вот здесь? Я думаю, что всем понятно. Ну так давайте, так я поэтому стал и говорить, стал сравнивать, раньше я не сравнивал. Я считаю, что это невозможно, что такой путь невозможен. Это в принципе, мы же все умные люди вроде. Вы имеете в виду вот этот вот путь, который предлагают нам, да, сегодня? Потому что я подумал, что это надо быть идиотом, чтобы туда идти и звать туда. Но это же происходит. Это не в страшных снах происходит, не в блокбастерах там каких-то или фильмах там, катастрофах. Это происходит реально в нашей жизни, и большинство людей этого не видит. Я даже говорю, да, это же хорошо, это замечательно. Где же замечательно? Так вот здесь как раз то, что мы делаем, это как будет противодействовать и вот этому. И действительно, мы спасем планету и человечество своими технологиями. Global Star Club. Возможности безграничны.